Вон она, Юлия уже нашла. Да, что вот тут есть вот дополнище мелких-то. Так. Посмотрим, что оно есть в деталях. Да. Дома промою. Да, на шлих снять нормальный. На мелочи. А если, допустим, вот друзья алмазы могут попадаться, в каком они? Мелкие кристаллики. Мелкие. Первые доли миллиметра. Тут это скважина. Первые доли миллиметра. Костер. Классно. Классно в лесу. Они вот на рубину ее и подгорели. Вон там вот шахта, где-то вот тут. Вот тут, вот тут. Петрович, покажи, пожалуйста. Рунды? Ну. Ты неправильно моешь, а? Нет, конечно. О, вот, смотри, двух нет, пардон. Вот корунд. Да, Володя, сито крупное, на вот мою. Вот. Вау. А нет, мелкая. Ну как мелкая? Мелкая, нормально. Во. Все. Сейчас мы его сразу в оправу. Мою еще надо. Ты промыл уже все. Вот, смотри, корунд. Вот, классно. На. Так. Все корунды уплыли. Я же должен это... Но неправильно моют. Так вот. Нет, не в ту сторону моешь. Нет, смотри. Сейчас вот давай мою еще... Резко промою. Где-то один камень болтался. Нет, надо. Давай. Своди, а у него еще вообще с дырой. Да. Мне же не нужны мелкие-то. Тут ты хочешь крупный совсем. А вот это корунд, нет? Я еще мое промою. Это корунд. Вот. Смотри, как это синее вообще. Вот я такие крупные вот. Буду. Нафиг мелочь. Петрович, смотри, надо еще крупную брать. Вот, еще крупнее надо. Еще крупнее. Смотри, смотри. Все, отдаем на анализ. Смотри. Еще крупнее чая, сейчас достану. Нет, там вот такие вот будут. Да, ничего. Отвалилось? Берегись, Олег, выбрать.
сито-то из дома слабое. Умыкнуло у жены, наверное, да? Нет, там удало. Я же не думал, что думал, где-то это. Сейчас Петрович тебе найдет что-нибудь. Ну-ка, ищи. Вот, видишь, вот, да? Да. Впереди переворачивай. Все, 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 все. Теперь нет, снова. Теперь снова. Вот. Нет. Так не. Во. Вот, перевернул, все. Фактически. Чтобы тут все. Мать твою. Слушай, вот это, наверное, жирная эта порода все же. Да. Она. Гневик. Иди ты верни. Вот подходи, да, вот. Иди. Ну. Пойду я поем. Давайте я это. Я здесь пока позанимаюсь. Интересно. Во, смотри. Во, вот это да. Вот это крупняк. Ага. Это синенький. Вот видишь, как здорово. Так что без сита можно, да? Вот, ходите, смотрите. У меня совсем крупняк. О, галька. Ага. Но зато такая синяя, да. Крупная ягода. Ваша, ты вот не ходил. Ну, да. Тут, да. Вон, вон, вот. Вот там, главное, процесс. Вот здесь кто-то мыл, вытряхивал. Так они даже вот отсюда. Оно промылось, вот видишь, они... Кто-то вытряхнул сюда в речку. А может это тут поднимется. Даже дождем. Ну, нет, дождем скорее вот здесь с этих. Так вот, я походила крупную, так смотрю. Как тогда этот берем-то расслабляться? Вот так вот. Булыжники, булыжники. Ну, рядышком все ходят. Юля, раз, и нашла стаканчик. Берила стаканник. Вот в этой, Володя, куче корунды-то более крупные. Угу. Прям вот сверху я вот эти нас собирала, крупные. Хорошо. Коренник надо. Можно идти домой, да? Можно идти, все. Елена собрала. Так, вот ходить не надо здесь, говорю. Надо? Вот здесь не надо. Не ходи тут по воде, а мы ходим. Путь не поднимай. Юля сейчас всплывает. Сейчас пробежит, сейчас прозрачная как бы. Вот оптали. Вот, даже в речке нашли. Где-то кристалл рядом. Одна грань ограненная. Ну, что-то промывало, но в речке. Старший.
Мне кажется, вот пройтись вот так, да, к нему вернуться. Ну, когда никого нет, тихо-то. Вот сейчас все искать будем. Я ж мой, да что ли, какой-то. Холодная вода. Ладно. Идем наверх. Ну, грибы на деревьях. С этой положихи хрен выберешься. Вот еще яма. Положиха. А любопытство просто не бывает. Всегда кто-то следует за этим. Да? Конечно. Такого не бывает. Просто... Петрович руководит процессом. Нет, ты должен сделать туда руку еще. Вперед, вот, вперед. Копать. Вон у нас главный копальщик. Ну. Чего она уже? Младший. Да, младший сын Петровича. Вот сколько у Петровича детей, кто знает. Кому ничего не будет. Так. Вон большой. Сейчас мы на солнышко, на свет, а то тут под навесом. Это что у нас здесь? Корунды, да? Корунды. Вон красный корунд большой. Вот красный, вижу. А ты его вытащи. Угу. Вытащи, ага. На ладонь что. О, эх, солнышко нет. Да, так бы на солнышко сейчас бы. О, какая красота. Ну да, можно. Вот. А можно спичный коробок меньше сделать и показывать всем. Да, красота. Так, все, толпа собирается домой. Сейчас такие вот были. Он говорит, этот выкупил. А, может быть, сейчас. Ну, начало не его. Вот если здесь где-то.